Мариинский Посад расположен на живописном месте. Помимо исторической части города, тут отличная набережная. Встречают различные исторические персонажи. Ну и, конечно же, куча крутых мест. И я расскажу про каждую из них. Можете покататься на сабборде, ну или взять большой надувной круг и отправиться в кругосветное путешествие. Музей наполнен исторической атмосферой. Сыграв волейбол с ребятами и перекусив вкусным фуршетом, отправиться загорать на пляже. Только лежите ровно, недалеко от вас художники пишут картины. Получить массу удовольствия можно, поплавав на каяке среди джунглей. Любителям рыбалки тут точно понравится. Имеется порт для лодок. А посмотреть на город с высоты можете на Государевой горе. Вид тут открывается очень красивый. Город назван в честь императрицы Марии Александровны, которую можно встретить на Арбате. Мариинский Посад – город, который наполнен яркими красками.